Радий представити гостей нашої студії, студентів проєкту «Соціальний бізнес-інкубатор «Друге дихання» Сергій Ковалик та Геннадій Вачега у нас сьогодні в гостях. Доброе утро вам. Итак, продовжується робота, обучення, як це по-разному можна назвати, саме головне, щоб був результат. Робота іменно бізнес-інкубатора, второе дихання. Ви студенти цього второго бізнес-інкубатора, і, соответственно, у вас є вже проєкти, які частично реалізовані, частично вже є як проєкти. Да, намітки є, по крайней мере. Да, намітки є, це вже отлично. А по поводу обучення, зараз ще продовжується? Да, обучение еще продолжается, то есть, в принципе, оно рассчитано где-то приблизительно на полгода, ну, плюс-минус, то есть, в зависимости, как пойдет и как будет дальше развиваться это все дело. А по программе это у вас, я так понимаю, экскурсии на предприятия, да, уже какие-то были? У нас, да, мы ездили на мебельную фабрику «Ренессанс», предприятие «Чистая вода», наша Николаевская, и швейная фабрика «Майнер». То есть то, как работает уже предприятие, уже есть себе понимание и что нужно это строить получается, для себя. Да, встречи именно вот с предпринимателями, которые вот добились сами вот и вот отвечают на наши вопросы. По поводу участников, есть также у нас рабочий дневник участника проекта, покажем его и всем. Соответственно, ничего как бы там не откроем для себя нового, но самое главное, что я для себя увидел, это дата, миссия моего дня и самое главное, цели дня, да, которые нужно прописывать, все да, прописывать самый, для себя, да, обучаться тому, что должно все планироваться. И пытаться вот достигнуть этого. Ну и знаете, самое приятное, наверное, как и для всех студентов любого возраста, есть имена и фамилии всех тренеров. Чтобы не забыть. Надо вспоминать, да, можно посмотреть. А по поводу проектов, хотелось бы более детально посмотреть, осмотреть их и, соответственно, о них рассказать. А по поводу вашего, ну, это интернет-магазин, оригинальных подарков. То есть, в принципе, это все как бы можно найти на разных площадках, но вот хотелось собрать это все в одну площадку. Ну и, во-первых, чтобы уже николаевское что-то это было, а не все украинское. В принципе, да, то есть поставки там с Китая в основном, ну и... Ищем наших поставщиков, которые тоже могли бы это делать. А по поводу наработок, это будет чисто на ориентироваться на подарки или еще что-то? Какие-то в основном подарки, хендмейд, ручная работа, вот изделия, вот такого типа. На сегодняшний день уже какая-то наработка в плане там места, где это будет, либо сайта, что-то уже создается? Да, сейчас сайт на стадии разработки. То есть в скором времени николаевцы уже смогут покупать? Надеюсь, продукты, что да. Ну что, будем надеяться на это. А по поводу вашего проекта тоже хотелось бы узнать, что это за проект? Да, я вообще хочу диверсифицировать свой бизнес. То есть у меня есть три направления. Это проектирование электроснабжения, кузница и индукционная плавка металла. Ну, что касается проектирования... Так, понимаете промышленность, которая в стране так уже занепала? Нет, промышленность, ну, еще не занепала, то есть у нас предприятия, даже брать по Николаевской области, какие-то работают там, Ювсемент, Порты, Сандора, ну, конечно, это не те большие заводы, которые были... До этого, но хотя бы что-то есть. Да, да, что-то есть, что-то шевелится. Что-то шевелится, разумеется, вокруг них шевелятся какие-то подрядчики, ну, как я. А по поводу тех проектов, которые, я так понимаю, уже были реализованы с ранее названными предприятиями, есть ли сейчас в разработках что-то новое? И, соответственно, после работы в этом бизнес-инкубаторе, какая цель для вас? То есть, я так понимаю, это либо создать предприятие и найти еще себе сотрудников, или как? Значит, цель какая? Ну, развить еще два направления, чтобы они как бы друг друга поддерживали. Потому что, ну, разные виды имеют разную частоту поступлений средств, разную частоту затрат, поэтому, да, чтобы это плавно выходить, не падать в ямы. Вот. Что касается кузницы и индукционной плавки металла, мне просто это очень интересно. Вот. Что касается проектирования, я там занимался задолго до инкубатора. И еще я хочу привлечь специалистов по вентиляции и взагалі по инженерным сетям, если это будет интересно заказчику. Ну, то есть я так понимаю, что самая главная цель – это делать проекты под ключ полностью 100%. Да. То что есть не делать это как подрядчик какой-то одной, да, в одной сфере, одного какого-то там отдела, это полностью все для предприятия можно будет сделать. Да, да. И ранее, то есть те проекты, которые я, те, которые я проектировал электроснабжение, мы их, в принципе, реализовывали, то есть делали строймонтаж и подключали напряжение в итоге. А на сегодняшний день тоже у вас, насколько я понимаю, это все в стадии разработки, да?
или уже есть какие-то, кроме, ну, я имею в виду те две сферы, которые хотелось бы развить, те два направления, плавка металла, кузница? Да, что касается кузницы, уже приобрел кое-какую оснастку, что-то сами монтируем, пока что это денег не приносит, да. Ну, что, как да, говорится, поначалу место, хотя бы уйти в ноль, да? Есть какая-то оснастка. Угу. И есть люди, которые это умеют очень хорошо делать. Угу. В частности, недавно познакомился с одним переселенцем из Луганска, вот, у которого было свое дело, которое в итоге всех этих событий потерял. Угу. Ну, то есть сейчас, я насколько понимаю, бизнес-инкубатор дает вам возможность, ну, не только научиться проектировать и правильно организовывать бизнес, но и найти коллег-друзей, которые потом будут помогать в организации своего же бизнеса. Mm. Как я так понимаю, познакомились, по сути, и с переселенцем с Луганском. Да. То есть и вообще обсуждение каких-то проектов идет в формате мозгового штурма. Mm-hmm. Иногда люди, которые, ну, очень хорошо подсказывают, накидываются идеи. Накидывают, да. С этого уже, когда идей много, можно что-то выбрать. Да, уже, и тогда уже идет вот уже обсуждение более конкретно, подробно. Вот. А по поводу участия в проекте, понятно, бизнес-инкубатор с года в год участвует, скажем так, организовывает эти студенческие обучения, я назову их так, хотя студенты уже достаточно взрослые. И, соответственно, студенты, например, первого бизнес-инкубатора участвовали во втором. У вас как планы? Есть участвовать потом в третьем, если он будет организовываться? Ну, по крайней мере, как-то сопровождать, да, конечно. То есть уже больше как вообще кураторы. Процесс очень интересен. Будем надеяться, что будем выступать уже как менторы. А я надеюсь на то, что, да, действительно, и будете приглашать уже участников третьего. На свои предприятия. Да, на свои предприятия, показывать, как уже организовано, благодаря второй работе, скажем так, бизнес-инкубатора, второе дыхание. Поэтому вам, конечно же, вдохновение и сил в нелегком труду. Дорогие друзья, кто сейчас смотрит, либо смотрит в Ютубе, посмотрит потом в Ютубе это видео, если есть желание и возможность поучаствовать в организации этого бизнеса, чем-то помочь советом или делом, или, возможно, более дешевой аппаратурой. Поэтому, друзья, обращайтесь либо через нашу редакцию, либо напрямую на бизнес-инкубатор. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Я нагадую еще раз, что сегодня спілкувалися и студентами проекту «Социальный бизнес-инкубатор. Друге дыхание» Сергеем Коваликом та Геннадием Вачевым.